Узбек? Русский? Ну, коренной москвич вижу, да, это понятно. Да. Повестку не получал на спецоперацию? Я уже съездил. А, чё, да. Как, нормально? Ну, охуенно, чё, платят там охуенно, кормят там нормально. Так что, если хочешь, тоже можешь съездить, как-никак, за родину, ёпта. Но у меня ПВО, сам знаешь. Да. Вот эти беспилотники сбивать, это наше рук дело. Понятно, понятно. Да, а ты чё, служил? Не. Сачок, бля. У меня инвалидность. А, извини, пожалуйста, если я тебя чем-то обидел или осквернил тебя. Да не. Осквернил. Смешное слово осквернил просто. Ну, всякое может быть. Может, ты сейчас из-за моего слова пойдешь вешаться, не знаю. Да не. То, что я тебя сачком назвал, может, там, не знаю, всякое может быть. Может, да я тебя там за душу взял, не знаю. Ты не, нормально, все хорошо. Все ты долбоёб, скажи, нахуя ты георгиевской лентой нос вытираешь, а лень ты ебаный. Потому что не надо приезжать в мою страну и убивать женщин и детей. Вот поэтому. А, ты с Украины? Из Украины. А мне похуй, короче, откуда ты. Ну, главное, я вот ты с России? Да. Как там с России дела? И чё ты, блядь, кинжал достал, с ножиком сидишь, а я... Кинжал. Ятаган. Да мне похуй, ебать, нахуй. Здесь такой ятаган, я тебе пока что охуешь, нахуй. Прикольно смотреть на будущее России, кстати. А ты что, будущее можешь предсказывать? Да, да, могу. Да. Я экстрасенс. Да, ебать. Самое главное, знаешь что, в чем прикол? То, что ты такой сидишь, ебать, нахуй. Так. Правильно. Да, ты Бэтмен, ебать, за экраном, который сидит, нахуй, понял? Бэтмен, нахуй, Вот это ты унизил, пиздец, Бэтмен, окей, вот так ты мог, только и все. Это как, знаешь, ты как на деле Лев Толстой, а на деле ты хуй простой, да, понял? Нет, на деле Лев Толстой, да. Я Толстого, кстати, не люблю. То есть, я думаю, хуй простой — это гораздо более пиздатый статус. Толстой мудак был полный. Ну ты, блядь, пиздец какой, черт. Не, я просто вступился за свою страну. Как любой нормальный человек. Ты должен вступать за свою страну. Я думаю, ты должен ехать с операцию, как-никак, а не так сидеть за... Ну, про инвалидность была не шутка. Олень, блядь, ебан, смотри на себя. Гринёв, да? А точно Гринёв, а не Гридин. Гридин. Вот. Ну да, это я молодой был еще. Лысый. Над ним уже издевается, что ли? Да он пиздец, тут зачастой гость, оказывается. Чат-рулетки, нахуй. Знаешь, я очень нет? Давно в чат-рулетке. 8 лет. Вот меня спрашивают, где я был 8 лет. Здесь. Ебал Русню. До того, как это стало мейнстримом. Ты сейчас стримишь? Нет, конечно. А чего не стримишь-то? Записываю. Все, давай, брат. Счастливо. Что ты записываешь? В блокнотик записываю. Секретную информацию. Передаю ВСУ. Красавчик. Говорю, нашел бурята с Абзира на футболке, короче, вот. Закрой дверь, пожалуйста. Регина. Короче. Мы выяснили, что я Гринёв. Да? Да. Да. И все, блядь, ладно. Ну, я, короче, Гена Гринёв теперь.